Многие задумываются о будущей профессии еще в детстве, однако эти мысли не для всех служат руководством к действию. Мы решили узнать у жителей нашего города, кем они хотели стать в детстве и кем стали, повзрослев. А еще пока никем не стал. Вот кем хотели стать в детстве? Военным. А почему именно военным? Не знаю, служить хотел. А вот почему не осуществили мечту? Осуществлю. Возможно, скоро. Профессия моей мечты – то, что я и воплотила. Я всю жизнь работала с книгами, вот, экономист, и жили в Средней Азии, так как муж военный был. Поэтому все то, что я воплотила, да. Слава Богу, мои дети тоже. Одна, те, что хотели, кем они хотели стать, тем и стали. Сейчас уже детки взрослые. Теперь ждем внуков, какими они станут. Надеюсь, хорошими. Какая профессия вашей мечты? Вот кем хотели стать в детстве и воплотили ли вы эту мечту? Реально. Не знаю. Я проработал на шахте 20 лет. И все. А в детстве кем хотели стать? А я не помню. Скажите, кем хотели стать в детстве? Профессия вашей мечты? Ну, вы знаете, мне повезло. Я как хотела, так и стала. Кем? Учителем. А почему именно эту профессию выбрали? Почему, скажу вам. Я очень любила свою школу, своих подруг. Я училась в 20-й школе. Так что вот они мне привели любовь на всю оставшуюся жизнь. Космонавтом, естественно, хотелось. А кем стали? Ну, стал шахтером. Нравится вам ваша профессия? Просто вариантов больше нету. Ой, девочка, у меня мечта сбылась. Я с детства любила там что-то шить, и всю жизнь проработала в доме модели конструктором.